Парад атлетов на набережной показывает все, на что способна Самарская область. Королевы плавания, бокса короли, борцы и футболисты. Это, пожалуй, самый массовый праздник физической культуры. Тем более, что нашему спортивному сообществу есть что показать. Официальный старт соревнованиям дает министр спорта региона. По его словам, сегодня в Самаре создаются все условия для занятий. Сделано и построено правительством Самарской области 10 бассейнов, 12 ледовых арен, 7 полноразмерных стадионов. Спорт – это успех, спорт – это преодоление себя. Спорт – это каждый день, когда ты выходишь на тренировку, каждый день, когда ты преодолеваешь себя на тренировке, ты становишься сильнее, мудрее и увереннее в себе. Праздник открывает захватывающий авиашоу. Самолеты выполняют в небе над Самарой фигуры высшего пилотажа. И одновременно на всех площадках начинаются соревнования. Спортивные клубы региона представляют лучшие атлеты. Константин занимается фехтованием уже 4 года. Он призер всероссийских турниров, планирует попасть в сборную России. А начиналось все с малого. Не знал, чем себя занять, пока не встретил человека, который указал ему дорогу к успеху. У меня было очень плохое поведение. И родители сказали, вот тренер хороший, и если спортсмены не сделают, будет хоть дисциплина хорошая. Меня туда отдали. Потом я очень сильно вцепился, мне очень сильно понравилось. И вот начал заниматься уже 4-й год почти. Ну и как поведение? Поведение нормально стало, дисциплина нормальные, никаких жалоб нету. Как и у любого спортсмена, у Константина олимпийские амбиции. И с такими же большими надеждами велосипедисты. Они тоже защищают честь своего вида спорта. Лучшими становятся только те, для кого велодорожка – это целая жизнь. Ну, это спорт, который он и азартный, и адреналин. Я люблю его, наверное, по большей части за то, что в нем есть адреналин. Очень увлекает. Вообще велоспорт – это как одна большая семья. В день физкультурника на набережной работали десятки спортивных площадок. И был дан старт еще одному масштабному мероприятию. В Самаре начался фестиваль пляжных видов спорта. Олег Зверев, Максим Гусев. События.